остров Лягомира наш. Красивый остров. Пароход у нас так не слабо несется. Кстати, этот Армаз намного медленнее едет, чем вот этот, на котором мы сейчас, Фред Олсен, который называется. Поэтому аж волны конкретно выбивает. Интересно, есть ли здесь спереди какой-нибудь этот сейчас пришлось удалить некоторые видео, которые самые плохие, также зарядил батарею, чтобы чуть-чуть хотя бы. Очень много туристов. Также, естественно, много испанцев, но в основном, естественно, все туристы тут. С России, кстати, русскоговорящих, минимум две экскурсии здесь. Это, я так думаю, человек 20-30 на этом пароме будет. Здесь машины стоят. В общем, туда вперед не проберешься, как в другом. Пирожные, тортики. Также нам сказали, что здесь видны будут дельфины. Правда, не знаю, где они будут видны и в каком месте, но если будем смотреть, сказали, дельфинов увидим. Вот, они должны там где-то в каком-то месте выпрыгивать, делать какие-то красивые маневры создавать. Это огражденная территория, какое-то преступление, наверное, произошло. Возродившийся Гуанчо отомстил испанцам и произвел действие. О, русскоговорящий. Русскоговорящий. Интересно, что здесь нету наверх подъема. На других паромах, на этих армасах, там были наверх подъемы, здесь только такой. Такой вот остров Лягомира. Впереди у нас ждет остров Тенерифа, в принципе, где мы и живем. Вот дела.
Все, друзья, пока все. Смотрите обзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.